Сейчас надо всю милоту собрать. Поздравления все-таки. Отлично. Что мне плечо успел? Я похудел? Чуть-чуть покрупнее можно. Добрый день! Данный комплекс оборудован... оборудован какими этими... Как он называется-то? Пандусы? Лифты? Все, я уже не могу сделать. Не на газу, на проезжей части. Нам ничего не прилетит, когда разговаривали. Я надеюсь, что нет. Смерть в прямом эфире. Что происходит? Белка. Поехали. Белка. Поехали. В следующую субботу проект «Лекториум» расскажет о том... Я вообще не знаю. Для меня вообще снеговик самое трагичное существо, которое просто может быть. Я вообще не понимаю, как вообще, кому пришло в голову вообще придумать этого снеговика. Ну, ничего мне, я же тупая, как воробушек, а мне «Здравствуйте» не написали, я сейчас вспомню как. Конечно, городская дума с течением 20 лет гораздо более конструктивно работает, даже если некоторые вопросы и не отвечают, как говорится, течением времени. И, возможно, наши избиратели ждут от нас несколько других решений. Но, тем не менее, работа идет конструктивно. По поводу паспорта объекта, там какая стоит дата окончания капитального ремонта? Там же написано. 31 июня? Да. А вы знаете, что 31 июня не бывает? Нет. Физиологическое действие вулканической грязи примерно такой... Давай еще раз. То есть он заливается слоем резины, вот этой вот. Полиуретанная. Да. И вот получается, собственно, в двух словах, как в презерватив затягивает. Все как в знаменитом комиксе, но без суперспособностей. Жителя Быкова прямо у него дома укусил паук. Этот вид для Сахалина нетипичен. Чаще встречается в Европе. Укус члени... Укус... Можно укус паука просто? Это же все. Готов. Нормально. Сейчас будем пробовать лапшу. Она очень крупная достаточно. Это была не лапша. Без большой партии подержанных японских машин может оставить Сахалин тайфун «Лан». Корабль «Риэлс» и «Карасиль». Только запомни, сначала поджигаешь, увидела, что загорелось, говоришь «С Новым годом» и все. Да. Давай посмотрим, с какой стороны тебе подойти. Руку уже не чувствую. Ну что, поджигаем? Ты ёкарный бабай. С Новым годом!